Толя, привет. Когда я планировал выступление, я не ожидал, что в моей линейке появится такой потрясающий человек, как Шифрин, который будет формально давать почти полностью дубляжный класс, то и буду я. Я был удивлен также, что Шифрин презентовал свою книгу, и я тоже хочу презентовать свою книгу на данном мастер-классе, посвященном гипнозу и профессиональному обучению гипноза в высших учебных учреждениях. Это программа, которая была пробирована в трех вузах города Харькова. Вот. А поначалу я думал, может перенести класс, чтобы не было в одной линейке. Вот. А потом думаю, а ну его к черту, пусть будет так. Вот. И кое-что тоже хочу показать, наверное. Не говорить, а показывать. Вот. Thank you.
Здравствуйте. Выполнения. Какие осознавания были о состоянии, как? Может, тяжело что-то сказать, наверное, не знаю. Еще там, да, немножко? Наверное. Вибрация дрожь очень сильная по телу. Good. Хорошо. Формально это такой максимально навороченный вариант того, что показывал Шуфрид, от того, что можно выжить из данной техники. То есть на стол можно, на человека можно садить еще одного человека. Техника древняя, старая, а наиболее популярная в старых психиатрических учреждениях. Психиатры так работали с истероидными личностями и демонстрировали обычно свои классы. Вот. А потом те навороты, которые я показал, они обычно были созданы, придуманы уже сценическими дизайнерами. Ну, как вы видите, они могут быть выполнены очень интересно, и причем там трансовое состояние, ну, очень глубокое, очень интересное возникает, особенно когда человек приподнимает вверх, либо усаживает поверх него еще одного человека. Я брал обратную связь от людей, которые пробовали выполнять подобные техники, когда они самостоятельно пытались укладывать себя между спинками стульев, они обнаруживали, что без гипноза, без гипнотического транса находиться в таком состоянии, ну, процентов на 80 тяжелее. Вот, то есть когда там действительно включаются очень мощные, очень сильные ресурсы тела. Мой класс гипнотической реальности, он посвящен, на самом деле, в большей степени презентации книги, которую я дописал в этом году, посвященной обучению гипнотическому внушению и ориентированному преподаванию в выспущенных учреждениях. Ребята, кто придет на класс, книга – подарок, бесплатно. Вот, так что приходите. Тань, где? Где? Седьмая аудитория, да. Буду рад вас видеть, слышать. Приходите. Спасибо.